Приветствую вас. Эпидситуация в Грузии заметно улучшилась. На 11 июня за сутки число инфицированных ковидом в Грузии увеличилось на 695 человек. Полеты в Грузию уже восстановлены на 65% по сравнению с периодом до пандемии. При этом страна привлекает все больше новых авиакомпаний. В ближайшие дни в Тбилисский аэропорт начнут полеты низкобюджетные европейские авиакомпании Eurowings и Wizz Airline, а также авиакомпания Oman Air. Летний турсезон в Аджарии официально открывается с 15 июня. Ко дню открытия сезона в Батуми запланированы различные мероприятия. В день открытия сезона вход во все музеи, действующие в регионе, а также в крепость Петра и Гунью Апсаровскую крепость музей, будет бесплатным с 10 часов утра до 8 вечера. Шоу воздушных змеев пройдет на набережной у бульвара с 12 часов дня до 8 вечера. В небо запустят 50 змей разного размера, в том числе гигантские, любительские и спортивные. Музыкальное сопровождение профессиональными диджеями на специально обустроенной сцене пройдет у летнего театра с 12 часов до 10 вечера. Официальное мероприятие открытия морского турсезона пройдет в открытом море у башни Азбука 16.00 до 16.30. У башни Азбука также состоится авиашоу учащейся молодежи 16.00 до 17.00. Театр движений пантомими, тематика и моря и шоу иллюзиониста объединят перформансы, в которых примут участие так называемые живые статуи, скейтбордисты подросткового возраста и другие 16.00 до 17.30. Балет под открытым небом будет проходить с 4:30 до 5:30. Во дворе Государственного драматического театра состоится спектакль «Эллада». Присутствовать на спектакле смогут все желающие. Праздничный фейерверк пройдет у колоннад на бульваре 22.00. Предлагаем вам окунуться в атмосферу вечного праздника и провести свое лето в Грузии. Удачи всем вам!